Ранний подъем, полезный завтрак и бодрящая зарядка. Для этих юношей и девушек теперь это обыденная часть распорядка. Первокурсники милицейского вуза уже вовсю привыкают к жизни по расписанию и проходят первую проверку на прочность – курс молодого бойца. Мы проведем один день с ребятами и узнаем у них, каково это курсантам быть. В этом году у нас уникальный опыт или эксперимент, можно так сказать, по решению руководства Министерства внутренних дел мы провели объединенную вступительную кампанию в два учреждения высших образований, в нашу академию и Могилевский институт. Хотелось отметить, что первый результат, который нас порадовал, это то, что проходные баллы на все милицейские специальности существенно выросли. Более того, я со всей ответственностью могу сказать, у меня это уже 9-я вступительная кампания. За 9 лет моих наблюдений это самые высокие баллы, которые у нас вообще когда-либо были. Надо отметить, что порядка 80 человек пришло, кто имеет по итогам вступительных испытаний набрал 300 и более баллов. Поступило 12 медалистов. 6 человек имеют 100-бальные сертификаты по результатам централизованного тестирования. Большое количество поступило выпускников лицея МВД, ну и не только, и лицея МЧС, Суворовского училища. Необходимо отметить, что традиционно каждый год к нам очень много поступает выпускников кадетских училищ. То есть мы можем говорить о том, что вот эта работа по патриотическому воспитанию молодежи, она дает свои положительные плоды. Ну и не только это. Эта кампания уникальна еще тем, что впервые в наше учреждение образования поступили выпускники военно-патриотических клубов, которые функционируют на базе воинских частей внутренних войск. Те, кто пришли к нам, видно, что они готовились. Они понимали, что учеба у нас и физическое спорт, готовность, они это просто неразрывные вещи. И видно, что они готовились, занимались. У кого-то подготовка чуть лучше, у кого-то хуже. Хочу сказать, что поступили к нам мастера и кандидаты в мастера спорта. Курсантом я стал не сразу, я попал в резерв, и мне как-то удалось поступить, и я очень рад этому, потому что это очень большое событие. Поступить в Академию МВД, стать милиционером, это очень прикольно, классно. И путь реально был очень сложным, но, к счастью, оно получилось, и я стал курсантом Академии МВД. Сейчас эксклюзив специально для вас. Такого вы еще точно не видели. Практика хорошо, но без теории никуда. Я обучался в лицее МВД, обучался на протяжении 5 лет. Этот путь очень был интересный, долгий. Это был мой целенаправленный выбор, потому что, обучаясь в лицее МВД, я уже решительно был настроен на поступление в Академию МВД. Вторая подготовка дается мне не сложно, потому что я обучалась в кадетском училище 4 года, и даже в некоторых моментах могу дать мальчишкам фору. Здесь кормят почти как дома. Быть курсантом не так просто, как кажется, но это увлекательно и разнообразно. Время, проведенное в стенах Альма-Матер, будущие офицеры будут помнить всю свою жизнь.